Он много раз спасал других людей на телеэкранах. Голливудская звезда Стивен Сигал приехал в гости к Александру Лукашенко. Как принимали актера в загородной резиденции президента Беларуси, расскажет Алексей Дашенко. Привет, дорогой. Они встречаются как старые друзья, хотя лично не знакомы. После короткого приветствия сразу к подаркам. Вот смотри, Стив, вот это... Вот такая книжка. Книга о Беловежской пуще, да еще и с личной подписью президента Беларуси, это точно лучший подарок. В придачу местный трикотаж и кортик. Наслаждаясь пейзажем, в непринужденной беседе на берегу речки Сигал признался, что оказывается у него есть белорусские корни, и он приехал практически на свою родину. Даже некоторые иноязычные слова всплывают в памяти. Бульба. 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 Но на этом познания в сельском хозяйстве у голливудской звезды заканчиваются. Как выглядит морковь на прилавке, он знает, а как до поступления в магазин, видит впервые. Кулинарный мастер-класс для гостя проводит лично президент. Кушай на здоровье, это очень полезно. Тогда ты будешь здоровый. Еще одна гордость Беларуси – арбузы. Выращивать их начали недавно. И в этом случае уже Сигал показывает, как выбрать спелую ягоду. Это его любим. Готов, готов. За легким ужином все блюда буквально с грядки. Овощи, фрукты и, естественно, картошка с салом. Белорусским. Такое блюдо, как оказалось, Сигал еще ни разу не пробовал. Если понравится, скажи. Приятного аппетита. Алексей Дашенко, Мир 24. Кстати, совсем скоро актер намерен посетить Кыргызстан. Там он планирует принять участие в открытии вторых всемирных игр кочевников, которые стартуют уже 3 сентября. Об этом написал агентство ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.